Ребята, всем привет, меня зовут Раиль, это Хижина Музыканта. Сегодня впервые в Рунете баянист в чат-рулетке. Посмотрим реакцию людей на данный инструмент. Если вам зайдет, если вы захотите продолжение, напишите об этом в комментариях. Приятного просмотра, погнали. Привет. Привет. Что делаешь? Я ничего. Куришь? Нет. А, показалось. А я, как видишь, играю на кнопках вот этих. Ты знаешь, что такое? А, там твой друг был. Это баян? Что это есть? Да, да. Ты сериалы смотришь, я тебе могу одну мелодию сыграть, и ты назовешь ее. Никто так и не, ни разу еще пока не назвал. Такая мелодия. Че никто не может ее вспомнить? Это «Игра престолов». А я не смотрела этот фильм. А музыка так, ну, знакома, да? Да. Ну давай, самое легкое сейчас, самое простое. Наверное, вспомнишь. Фильм «Викинги» смотрел, там тоже такая же мелодия. Ага, ну почти близко. Это «Пираты Карибского моря». Надо. Труба. Здрасте, здрасте, здрасте. Привет. Че удивилась ты так? Впервые баян видишь, что ли? Да. Сыграть что-нибудь? Да. Блин, а че сыграть? Кто хочет. Ну давай. Сыграю очень известную вещь, но петь не буду. И вы назовете название этой песни. Ну и группу, наверное. Припев сразу. Нет, мы не сможем отгадать. Это знать надо! Это классика! Это Daft Punk, Get Lucky. А вообще, что слушаете? Fun After Gaming. Вот, серьезно. Просто да. Fun After. Че вы, типа, в школе учитесь? Да. Да. Какой класс? Восьмой. Сейчас переключишься, да? Почему? Ну, не знаю, обычно все переключаются. Маленький. Вы должны переключиться, когда я вот это покажу. Я ж поэтому спрашиваю, встречали блогера? Привет. Да я сколько тебе раз говорю. Вас так много там? Спой песню, пожалуйста. Спой. Спеть или просто сыграть? Мария, я вам сыграю мелодию. Угадайте, откуда она. Из одного сериала. Давай. Смотри. Карибское море? No, God, please, no! Не, Карибское так начинает. Кстати, надо ее вспомнить. Сыграй это, что-то там со сватами связано. Ой, с да. Кем? Сваты, знаешь сериал такой? Сваты? А, мелодию. Блин, ты что там снимаешь, меня смущаешь? Нет. Мне придется защищаться и вот так закрывать лицо от твоих этих вспышек, блин. Осторожней. Так что... Осторожней. Ребята, я в ТикТоке запустил новую рубрику, посмотрите. Ты ко мне быстро не подъедешь близко.
в стиле русскоязычных артистов. Погнали. Я гоню быстро. Я думаю, она вам понравится. И буду безумно рад, если вы подпишетесь на меня. И обязательно подпишитесь на мой инстаграм, потому что я там выкладываю много интересного. Различные сторисы, где я чем занимаюсь, кого встретил, с кем пообщался, что нового узнал. И в отличие от других гитаристов-блогеров, которые вам ссут на уши, что у них там что-то интересное выходит, я реально записываю видосы, записываю сторисы и веду эту соцсеть. Я тут мелодии играю, и люди угадывают. Может, попробуйте угадать? Yeah. Смотри, такая вещь. Чё? Линкин Парк. Браво! Да-да, нифига ты быстро. А как называется? Песня, я не помню, как называется. Я помню, что это Линкин Парк. Вообще молодец, смотри-ка, быстро справилась. Давай вторую. Сложнее будет сейчас. Пытаюсь на свою зависть. Вряд ли найдет. Короче, нет? Знаем ее. Ну, не помню. Она не русская? А. Сейчас. Это кто, Навальный, что ли? Нет. Джастин Робин? Нет. Ну, может, как одна из версий. Там огромное количество версий. Как называется? Вам прямо источник первый сказать? Да. Это «Руки вверх»? Песенка? Ты же сказала. А, да. Да? Сказал? А потом из нее сделали ремикс, типа, международный хит «Ла-ла-ла» или «Around the World». Знаешь, что такое? Гармошка вроде бы. Ну, точнее, баян. Баян. На ней вот так нажимают и играют. Да ладно! Ну, я в музыкальной школе учусь, типа. Немножко играю вот здесь в чате. А чё? Прикольно. Давай я тебе мелодию сыграю, и ты мне скажешь, откуда, из какого сериала она. Давай. Смотри. Узнал? Нет, это что-то знакомое. Что это? Это... «Игра престолов». Ну ты даешь. А что вообще? Это круто было. Слушай, ты через Алиэкспресс что-нибудь заказываешь себе? Да, что? Ну я не знаю, что ты заказываешь обычно. Украшения, кольца, цепочки. Я себе тоже заказываю всякие вещи. Вот такую вещь решил заказать. Она вроде у всяких там блогеров есть. Подделка. Я такой, блин, я не блогер, но могу себе тоже позволить, чтобы так красивенько выделяться. Прикольная вещь, да? Нет, ты чё, блогер, реально? Не, говорю, на Алиэкспресс фальшивую заказал. Ну, там любое название печатаешь, тебе присылают, даже если у тебя ничего нет. И потом вот на днях пришла вторую заказывал, вот видишь. Да в смысле это? Ну, вот это уже настоящее. Вот это уже настоящее. Хижина музыканта, я такое не знаю. Что ты сейчас сказал? Прикольчик, круто. Ты не встречала? Спасибо. Нет. Не встречала. Привет. Привет. Чё такая грустная? Скучно. О-о-о, ну тогда тебе надо послушать баян. Угадаешь название вещей? Я сейчас две вещи сыграю. Смотри. Вторая. Подсказка. Ла-ли-ла-ли-па. Тает, как шоколад. Блин.
Ну, подсказка такси, это не первый источник, это ремикс. Ну нахер. Если хотите продолжение данной рубрики, просто дайте мне знать, набираем 20 тысяч лайков, я снимаю продолжение.